Он был таким же, как и мы. Просто немного неудачливый. Почему-то его продукты не были успешными. И светлые никогда не смотрели на него. Бедняга. Ночь за ночью, когда мы шли в бар, он не умолкал, что станет великим. Вы лишь смотрите, однажды я стану великим. Он начал понемногу отчаиваться. Я слышал, что он начал искать особы и стать более известным. Как-то он нашел правильный звонок и нашел кого-то. И он был найден кем-то. Они ему помогали все время, ведь внезапно он был у телефона все время. Внезапно он стал хорош в работе, и клики начали копиться. Что? Что он сделал? Почему он заслужил это? Мы все завидовали ему. Мы перестали общаться с ним. Разве он не был великим? Мы не нужны были ему больше. Он становился только больше успешней. Он переехал в королевский замок. Он стал хвастаться большими ТВ-делками. Большой машиной, большими коммерцами. Но потом все начало трещать. Похоже, что ему помогало, исчезло. Его продажи стали продаваться до нуля, и все началось разрушаться. В день, когда его выгнали из замка, я решил проверить его. Он, вероятно, ушел посередине собеседования. Только телефон висел на проводе. Ведь я еще слышал кого-то в конце. Но когда я поднес трубку к себе, то услышал только помехи.